начинаем работать ту же самую схему. Частичную схему будем делать, то есть не полные песочные часы, но частичные схемы из них, из песочных часов. Значит, первое, да, мы сейчас начинаем сразу с первого, ножом бьет, раз, и заходим. Схема, начали. Раз, два, закончили укол. Итак, раз, то есть мы делаем эту дверь. То есть начали. Раз, два, не... Не вот это сейчас режем, а именно по схеме песочных часов. Вот мы. Концовка. Понятно, да? Начинаем. Раз, два, укол. Подрезали. Поехали. Значит, работали. Сейчас работали. Раз, два, три. Теперь мы наработали. Раз, два, три. То есть он наш сюда, вот отсюда, сюда. Движение, смотрите, раз. Движение идет как вот оно. Но очень, представляете, да? Очень мощное. Это не расслабленными руками. Дальше добавляется, я уже сейчас как бы ножом не буду, потому что очень рассекает. То есть вот это движение само по себе, это дает скорость, это дает силу. Это дает силу. То есть там прорезаете все. Это движение. Опа, просто, ну, страшно проделать. За счет чего делается? Вот, да, опять, видите, откуда движение? Рука куда уходит? Все время здесь. Дальше. Вот отсюда. Ой-ой-ой-ой, привычка. Привычка, да. Готов. Итак, раз. Оп. Руки двигаются. Оп, пардон. Сразу выходим. Сразу. Оп. Да-да-да-да. Порез удар. Да. Раз, вот. Все коротко, потому что неизвестно, какой удар отсюда выскочит. Все через исходное положение. Этот. Любой из 12. Любой из 12. Поэтому переходим прямо сразу отсюда начинается. Сразу.